В Украине завершается 30-дневный срок военного положения. Оно было введено по указу президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе. Отмечается, что ситуация в стране во время особого режима была спокойной. Среди мер, которые принимались на местном уровне, были запрет или ограничение продажи алкоголя и пиротехники, запрет на охоту, а также отмена праздничных мероприятий. Вариант продления военного положения еще на месяц пока не рассматривается.